хріно собі. Нічого, нічого. Їх тут об'їзд, можна було його так поїхати, чого не так. Береги мости! Вот и пипец, я думал, Петрович был прав. Вот объезд есть! А, вот туда? Слышишь, там пипец вообще попустил. Ушел, вот еще объезд какой. Вот. Тут что так еще? А? Вообще он так, прям такой же. Сиди, сиди! Петрович знал, походу. Не, я не помню. Где он? А что, ты войдёшь в дыре? Наша задача не эти брать, наша задача доехать и сделать дело. Поэтому где есть объезд, надо объезжать. Ну там вообще, да? Вязка как. Да? Ничего страшного. Объезда где не будет. Дед говорит, будет еще хуже. Объездов там не будет. Нет, тут-то можно же объехать пока что? Конечно, да. Я говорю, прямо. Какой прямо? Мы сюда за грибами приехали и в грязи ковыряться. Мы приехали с верушек. Давайте по асфальту объедем, мы вообще там выйдем. А что, поехали? Я предлагаю биться. Биться со стихией природы. Помоги вот Крылову. Так он один все делает? У него штурман, штурмана же нету. Он сбежал. Штурман сбежал вот только что вон туда, куда дёру дал в ту сторону. А там кто гуляет? На нейтралке ты? Видишь, аппаратура какая-то. Да. Это качество. Видишь, здесь давно никто не ездил. Хорошее место для КП, да? На такси. Для стандартов, обижаю. Для стандартов? Вот здесь вот так пойдете. Окурки в этот не кидать. Только в лужи. Ты чё там? Болото настоящее. Нет, ты как-то всё, успокойся, вот так объезжай. Я могу туда. Не, не надо, не надо. Мы даже еще 200 метров не прошли. А там 10 километров.